Последнее воскресенье октября в Украине празднуют День автомобилиста и дорожника. Накануне профессионального праздника коллектив транспортного цеха Запорожской АЭС поздравили представители администрации и профсоюзного комитета. Транспортный цех, наверное, у нас действительно уникальное подразделение не только в нашем городе, не только в нашей компании, но, может быть, даже во всей стране. Потому что действительно вас отличает такое единство, вас отличает сплоченность, вас отличает профессионализм. И как депутат городского совета хочу от города также поздравить вас с этим праздником. Потому что многие городские программы также решаются с вашим участием. За долголетний труд и добросовестное отношение к работе, а также в честь профессионального праздника, лучшие работники автопарка были награждены грамотами, благодарственными листами, а также денежными премиями. Пятеро из них, а это Петр Василенко, Дмитрий Найденов, Сергей Лесык, Александр Рубакан и Алексей Тавкайл, получили звание ветеран труда Запорожской АЭС. Кроме того, были названы лучшие работники года. Ими стали Александр Иванисов, Алексей Петров, Сергей Хвостенко и Александр Шаранда. За добросовестный труд многим была объявлена благодарность. Благодарность объявляется Денисенко Николаю Семеновичу. Куприну Игорю Ивановичу. Панову Евгению Александровичу. Пригоди Инне Ивановне. Русинову Сергею Владимировичу. Нуховскому Петру Витальевичу. Овчинникову Николаю Ивановичу. Калилееву Ивану Ивановичу. Черному Николаю Петровичу. Шаповалу Игорю Николаевичу. Хороших вам дорог, исправного транспорта, мира, благополучия вашим семьям, достатка, крепкого здоровья и с праздником. Спасибо.